Простите, что опоздала. Мисс Гарланд. Прошу, я Джуди. Я извиняюсь, но ваш номер ушел. Что значит ушел? Куда же он мог уйти? Ваш счет заморожен. Мама, пожалуйста, не спи. Нет, 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 ни за что. Детям нужен дом, Джуди. Я знаю, что нужно детям, им нужна мать. Нельзя оставлять величайшую в мире певицу без бокала. Фрэнк Синатра здесь? Фрэнк Синатра велик, но он не Джуди Гарлин. У меня нет дома. Я даже не могу нанять управляющего. Лондон предлагает вам приличные деньги. Голос Лондона жаждет сотрудничать с вами. Хочешь сказать, я должна бросить своих детей, если хочу заработать достаточно, чтобы потом быть с ними? Я лучше останусь здесь. Джуди? Кто видел Джуди? Там люди ждут, хотят слушать у тебя. У меня горло пересохло. Нет, нет, это нет, будет Джуди, провал. Послушай. Я не Джуди! Могу. Все будет хорошо. Гарлен! Вперед. Что? Завтрак в номер. Я ничего не заказывала. Тут мужчина. Под тележкой. Сюрприз. Микки. Дети скучают по тебе, но хотят, чтобы ты была тут. Я вернусь к ним. Ты не слушаешь. Появился кое-кто, на кого я могу положиться. Ты опоздала. И что? Тебя мама заждалась дома возле кроватки? С тобой все в порядке? Что, если я не смогу это сделать снова? Мама, мама, ты меня слышишь? Тебе нужно заняться собой. Ты поняла. У всех свои проблемы. А у меня свои. Я лишь хочу того, чего и все. Просто мне это труднее дается. Вы принимаете что-то от депрессии? Четверо мужей не помогли. Вы же не забудете меня? Пообещайте.